Здравствуйте, меня зовут Елена. Я мама ребенка с особенностями развития. Мы получаем дистанционное лечение в центре БР «Давид». И вот сегодня возник такой вопрос в разговоре с Давидом о понимании и непонимании наших детей. Как я понимаю, что он не понимает или понимает? Я рассказала такой случай. 2 июля у сына был день рождения, ему исполнилось 5 лет, и утром 2 июля я вдруг поняла, что если бы мой ребенок был нормотипичным, то в моем доме было бы куча шаров, разных там украшений, подарки в шуршащей бумаге, а ничего этого нет. Хотя у моего сына огромные подвижки в развитии, и я вижу это каждый день, но, однако же, я думала, что он все равно же не поймет, зачем мы будем что-то делать. Я очень сильно плакала, а потом поняла, ведь сегодня же этот день, значит, я все могу еще сделать. В моем доме появилась куча шаров, которые, кстати, мой сын очень любит, куча костей, торты. И каково было наше удивление, сын так обрадовался гостям, так обрадовался шарам. Он сидел с гостями за столом, его поздравляли, он как-то так вот что-то делал, какое-то что-то такое кокетничал, ну, как-то опускал глазки, и все были так умилены его вот выражением лица. И мы видели, что он рад, И мы поняли, что он рад. Так это здорово, что мы сделали этот день рождения. Отсюда я поняла, что иногда мы думаем все на автомате, как будто оно все так и есть. Вот как было, так оно и осталось. Но на самом деле ребенок не может развиваться только в чем-то одном. Он развивается сразу во многих направлениях, и он все понимает, даже если не говорит. И эта тема очень интересная. Вот я даже вот такую куколку взяла. Вот как мы поймем, да, что, вот, например, он же хочет с нами поздороваться, да? Вот это будет так. А как мы поймем, что он не хочет с нами разговаривать? Например, вот ручки так у него будут, да? Но чтобы это увидеть, чтобы понять, хочет или не хочет разговаривать, чтобы понять, хочет или не хочет общаться, хочет дни рождения или нет, нужно смотреть. Нужно.